Всем привет, привет, ребятушки. Меня зовут Устин. Вы на канале Устин ТВ. А мы продолжаем поход по испытаниям. И сегодня у нас испытание, которое называется «Живите долго и играючи». Мы там слабых этих попроходили с Устином. Вот 7-й эпизод, где у нас тут будет сражаться крокодил. Как его зовут, я не помню. Ну ты вспоминай пока. Кожеголов, да, который летает. Так он огромный. А, наверное, не надо было этот суперудар использовать сейчас. Да. Пока. И тебе пока. Дружок. Пирожок. Тут аж 5 волн. Ого. 5? Ого, ого, ого. Я думал 3. Ну, не 2 точно. Это классическое измерение. Так, это надо сразу ликвидировать. По-моему, там он сильный большой урон делает. Да. Ну, хотя эти тоже не сладенько бьют. У них ведро на голове, что ли, Устин? Угу. Ведроголовые. Наверное, Шреддер, да, подарил им. Консервную банку такую. Так, до свидания. До свидания, надо было на того, ну ладно. Так, вторая волна пройдена, волна номер 3. Это... О, какие-то, лен, японские скелеты, да? О, за родину! Это, по-моему, измерение Франкенштейна. Почему так решил? Ну, потому что, помнишь, про вампиров на том смысле? Там было то измерение Франкенштейна? Да. Так, что мы сделаем, Устин, думай. Наверное, просто так пока их попробуем. Может быть, и не надо было, но ладно. Суперудары побережем и с Устином лучше. Так. Да, в конце. Оставим на конец. Угу. На крокодильчика. Чтобы он смог полить свои крокодили слезы. Волна 4. Предпоследняя. Тут, наверное... Ого! Черепашки. Так, ролевой. У нас лечится вот этот Донни ролевой. Что? Волшебный. О! Ах ты! Вот что они все время слабых бьют, а? Как-то не по ниндзя. Его бить надо. Лечись. Это хорошо, что сейчас все полечился. Испортили. Нет, так наоборот хорошо, что ничего испортили. О, у меня такой кубик есть. Где-то. Вот и они тоже, видишь, хитрые своими суперударами бьют. Ну, хотя посмотрим на крокодильчика. Зрителям покажем, да, Устин? Вот, клад золота! Которое охраняет кто? Так вот. По-моему, даже такая серия, да, есть, Устин? Да. Он воробей такой. Ого, мимо, смотри. 75. Все. 75. Ну, в принципе, мы и догадывались, что так все будет. Да. Но ничего, на этом наше видео подошло к концу. Всем пока-пока. Всем пока-пока.